А самолет прям по мне кидал. А по нам. Блять, он стрелял по вам, чуть ли не уебал. Ладно, мы это делаем, видишь, что ушли хоть. Ты бы остановился, я бы его разъебал. На хату не попал. Он улетел. Стой. Ебать, ребят, я был 300, только что встал, блядь, самолет уебан. Медик нужен? Ну я раненый, пиздец. Просто кровотечение ешь везде. Мелкие порезы по всему телу. Я на туалете что-то. У тебя труба есть? Да. Куда переместиться? А где он сейчас? Он на машине подъедет? Так, Шики, смотри, вот сюда вот. Слышишь? Да, он на машине. Нет, он пешком, у него только, ну, он, короче, с соседнего отделения, чисто без палатки, зашить придет, тебя подлечить, зашить, может, кровь залить. Да, кровь залит, нормально. Нет, есть бинокль какой-нибудь? У меня. Можете наблюдать домик, который видно на 170 примерно? Я наблюдаю. Посмотри, если там появится пехи, мы можем туда СМ-2 зайти. Угу. Мои метки, видишь, прошли сюда. Твои метки, да, вижу. Кто-то смотрит туда, скажет тебе. Есть пех вдоль дороги. На 160. Примерно такая же дистанция, как до этого дома, только дорога, которая часть триггера, ну то есть край. Сейчас едет. Не асфальтировано? Головой пикает из-за камушка справа от дороги. Да, асфальтировано. Еще попробую. Слушай, можешь мне метку поставить? Медику, чтобы он сюда прибежал. Я просто физически туда уже не добегу. Эх ты, сейчас я тебя форт. Да, наверное. Там дома сразу идут за поворотом. Наверное, на въезде в город где-то там, что ли. Медик меня проходит, если что, он прям рядом с тобой. Так, в этом доме появился на втором этаже, на третьем этаже. Про который вы говорили. Живые? Да. Лавкин. Работаем. Окно смотрит, дома. Левее дом, не туда. Стреляют. Да. Я поеду вдоль дороги, что? Давай, я в канаву буду. Че, вы убили кого-то? Ну, не знаю. Он лег в двери и целится в кого-то. Аккуратно. Стреляет. Это пулемет, кажется. По Лавкину, Лавкин по вам, по машине стреляет. Да, срать я хотел. А, вижу врага. Машина едет. 220. Я про... Поставил метку там отделение. Там хаммером два еще. Там два отделения уже бежит по полю. А ты их видишь, что с ними? Да. Сейчас поеду к тебе. Там хаммером два стоит и отделение бежит. Эрика на тебя отхак. Ой, смотри, тут простреливается. Надо сваливать отсюда. Контрольте эту канаву. Я сижу. Эй. Рик. Да, живой. Съебывай. На синий? Блять, БРДМ выкатился возле мечети. От меня юг ровно. Сейчас там примерно. Это вот здесь метка техники. Они с теплом, да, вот эти штуки? Там же медики, там же АГС, на этом же холме, где моя метка техники. Все, там я обратно пошел. Туда смотрит бардак, не ходи туда лучше. Нет, ну то есть, я не ебу.
это, наверное, эти три техники и рашили. На 260 далеко, но... Здесь, что ли, она стоит? Что там стоит? Типа, она уехала. Куда вы хотите? Уезжает обратно туда, на юг. Они дальше проходят западнее, потому что... Ещё, подожди. Блин, у меня-то вообще к вам нету смысла, да, перейти? Они уже ровно запад от нас. Сейчас дам метку. Тут ходит Хаммер. Там он от вас ставил метку, я двигала. А тут Хаммик уже катается. Да-да. Минарет смотрит аккуратно. Я тогда на запад. Ты можешь его спустить, минарет? Сек. Я над тобой смотрю, если что. Ты меня видишь, что? Да, спину вижу. А вы убили того, кто Диги убил? Меня никто не убил. Да ёб твою мать. Дейкин. А, Дейкин. Где-то в канале. Не вижу пока его. Пока да. Так, остальные к ним подтягиваются? Сейчас, пожалуйста, метку. Вы там двигаетесь? А что вы сидите-то на месте? Давайте тоже двигайтесь, уже там. На западе. Да, вижу, смотри. В кустах 263. Направь. 263. Ориентира есть? Вижу. Дерево. Ой, пап. Направо. Тоже живой. Ёбаная винтовка, блять.
два проехал там. Еще живой, прекрасно. Настрелять. 229. Да, я живой. 230, слышишь? 230, сориентируй где? Там три камушка, слева от дома. От ржавой тачки? Да-да-да-да-да, вон там чел вижу, за вижу. Камушком бегает. Чё, один ползает в кустах, смотри, прям открыто. Под деревом. Там у них бардак как раз стоит, он сейчас сел в него. Да-да-да, вот он сейчас сел, поехал. Или хаммер. Хаммер, два. Или просто хаммер. Вышел с него. А стоит слева, короче, там с биноклем бегает вокруг него, вокруг машинки. А слева, левее под деревом, смотри, лежит, только не по нам, по нам. Не вылазь. Давай, сядь полутать. Поль живой? Он жив? Я сейчас... Если выживу, то он может сюда тоже приезжать. Кросса? Да. Иду. Он живой? Да. Че, бардак стоит? Да. А вас спалили, да? Да. Там дымы сейчас, вот он ровно на дымах. Метка актуальна на бардак? Нет, он в дымах, уехал чуть дальше, западнее. Опа, это кто? Кто это стреляет? У меня контакт выпорен на моей метке. Это враг, да, стрелял? Скорее всего. Да. И я туда плыву. И я уже назад не верну. Слышите, я переплыла как раз туда, и кто-то по ним стрелял. Я стреляю. Это пиздец. МТ-19.
может, тут не вы стоите у меня на синей метке рядом? Нет. Вот это кто работает? Враг вроде как. Там этот бардак. Беги. Так, это походу по диге работали. Уезжает. Западнее, чуть-чуть. Шайтан. Да. Я, короче, поеду в объезд. Подъеду на твою сторону, скоординирую. Ты с трубой? Да. На, уехал к тебе. Нет, она уехала дальше на север. Пыль вижу, уехала дальше. Понял метку? Да, я понял метку, но ты потерял ее сюда. Она за холмом. Давай следующий сдвиг. Да. Угу. Возможно, нас слушали. Слишком быстро она уехала. Слышу, катается по северу у меня. Блять, или это хаммер уже? Хаммер какой-то уже едет. И на хаммере нет? Убил хаммер. Метки Софи. По мне пуск. Живой пуля? Триггер, проверка. Да, слышно. Как у вас там? Обновите метки, пожалуйста. Сейчас. Тяжело. Мы все 300. На врага есть что-нибудь? Визуально слышишь, катается.
БРДМ-ки выбили их с теплаками, которые? А, нет, еще одна вот, видимо, капается. Она возле триггера. Да, только она мелила без ПК. А вот я ее вижу на тох без ПК. С какого направления дымит? Хватит, пожалуйста, работать по своей. По стоп. Да, скорее всего. Нет, я же вижу, что свой прям стреляет. Блять, двоечник-то. Есть. И этот тоже вышел. С востока к вам едет хаммер вражеский. Еще сукатель. Иди единицу контроля. Ладно, давай двойку контроля, единицу один хуй контроля. Больше роликов по серьезным играм я заливаю на Boosty. Ссылка будет в описании под видео.